Как перерабатывают бумагу и почему она разного цвета? Юные исследователи детского сада «Звездочка» находят ответы на тысячи своих вопросов опытным путем. Изрисованную бумагу дошкольники не выбрасывают, создают из нее новые чистые листы. А в студии «Юный мультипликатор» малыши снимают детское кино. Каждый день в «Звездочке» детвора узнает что-то новое. Эксперименты с бумагой проводим, рисуем, лепим. Здесь все такое классное. Здесь можно и рисовать, и играть, и заниматься. Здесь очень отличный детский сад. В лучшем садике года развивают не только творческие способности детей, но и заботятся об их здоровье. Есть сенсорная комната, физиотерапевтические и лингофонные кабинеты, в специальной группе для детей с нарушениями речи индивидуально с каждым работает логопед. У нас всегда кипит жизнь, мы все время к чему-то готовимся. И, знаете, это очень приятно. Не сидеть в тихом болоте, а к чему-то стремиться. И дети у нас к этому привыкли. Детский сад «Звездочка» открылся всего 4 года назад и уже стал лучшим на Белгородчине по итогам областного конкурса среди дошкольных учреждений. Это состязание проводится в регионе уже 20 лет. В последний раз староскольцы были лучшими в 2008. Долго не было побед, но наконец-то мы завоевали самое почетное место. И я хочу сказать, что мы приложим все силы и данную медаль будем крепко держать в наших староскольских руках. И попытаемся ее никому не отдать, даже городу Белгороду, чтобы он на нас не обижался. Это было очень интересно, это очень было познавательно. Это настолько нас объединило, наших педагогов, родителей, детей, что я думаю, что участие в конкурсе дало только пользу, принесло всем. Дошкольное образование – одна из главных ступеней в формировании нации, отметил в своем поздравлении начальник департамента образования области Игорь Шаповалов. Он лично вручил грамоты и дипломы победителям конкурса.